В это воскресенье в Твери откроется выставка продажи тюльпанов. Проходить она традиционно будет до 8 марта на территории МБУ «Зеленстрой». Подробности далее. В этом году для покупателей здесь вырастили более 100 тысяч тюльпанов 40 сортов. Все они удивят посетителей разнообразной гаммой оттенков и ароматов на традиционной выставке продажи. Здесь же горожане смогут посетить фотозону, приобрести другие растения. Тематика выставки у нас в этом году – это Париж. На выставке представлено более 40 сортов тюльпанов. Появились новинки. Это сорта «Слава», сорт «Пинка Ардор», интересный сорт «Кровь Династия». Официальное открытие выставки в МБУ «Зеленстрой» в воскресенье 27 февраля. Она будет работать всю неделю до 8 марта включительно.